Всероссийская акция «Почетный караул» стартовала сегодня в Ненецком округе. Школьники из военно-патриотических объединений «Каратайки», «Усть-Кары» и «Индигиомы» заступили в почетный караул у обелиска Победы в Нарьян-Маре. Нести службу они будут с 25 апреля по 6 мая. Затем к ним присоединятся учащиеся всех городских школ и поселка Искателей, обеспечив почетную караульную службу у всех памятников, посвященных Победе в Великой Отечественной войне. Честь открыть почетный караул на посту номер 1 в Нарьян-Маре в этом году выпала школьникам патриотического объединения из поселка Усть-Кара. Леонид Хатанзейский, ему сейчас предстоит выступить на вахту, перед ответственной миссией побывал на форуме юноармейцев, прошел дополнительную подготовку у себя в поселке. Мне в школе сказали, что мы полетим здесь стоять в почетном карауле. Это было в начале месяца, наверное. И мы в школе тренировались, стояли. Его товарищи Андрей Черемухин имеют опыт внесения вахты. В прошлом году он также стоял в карауле. Меня спросили, можешь ты постоять возле обелиска? Я сказал, да, я могу. Потому что это долг, честь стоять здесь, отдавать дань погибшим. В этом году участие в акции принимают юноармейцы из 4 муниципальных образований. Перед несением службы они проходят строевую подготовку, инструктаж по технике безопасности и занятия с личным составом в Нарьян-Маре. После чего несут вахту обелиска Победы, а затем у памятников и обелисков в своих родных населенных пунктах. Ребята хорошо себя показывают, проводить тренировки еще у них на местах, вот, где они учатся. Мероприятия давно готовились, вчера. В данном случае их как раз проверяли тоже. Подготовили, одели тепло, ребята не заболеют, то есть проверено. И головные уборы, то, что они стоят в беретах, головные уборы на всякий случай взяли шапки, то есть если им будет холодно, их еще укомплектуют. 7 мая в почетный караул заступят городские школьники и ученики школы поселка Искателей. 9 мая к несению вахты присоединятся школьники и студенты во всех муниципалитетах Ненецкого округа. У всех памятников, посвященных подвигу советского народа в борьбе с фашизмом. Вместе с почетным караулом сегодня в регионе стартовала акция «Георгиевская ленточка». До 9 мая волонтеры Победы совместно с юноармейцами, совместно с добровольцами будут раздавать георгиевские ленты не только в городе Нарьян-Маре, но и по всему округу. Всего планируется раздать порядка 15 тысяч ленточек. Муниципалитеты посылки с патриотическим грузом уже доставлены. Получить заветную ленту из рук волонтеров можно будет вплоть до праздника Дня Победы. Ольга Русул, Дмитрий Лукевич, Леонид Шишилов, телеканал «Север».